На дороге вышли сотрудники госавтоинспекции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Необходимость проверок продиктована трагическими цифрами. С начала года в Сочи зафиксировано 40 ДТП с участием водителей мопедов и мотоциклов. 40 человек получили различные увечья, 5 погибли. Больше половины ДТП произошли по вине мотоциклистов. В 4 случаях за рулем мопеда были подростки. Основная причина аварий – превышение скорости, незнание правил дорожного движения, отсутствие опыта управления скоростной техникой. Во время рейда был остановлен 14-летний водитель мопеда. Прав нет, занимается доставкой еды из ресторанов. На место вызвали мать, при которой был составлен административный материал в отношении сына. Этот протокол передан в комиссию по делам несовершеннолетних. За время проверок обнаружены еще 2 мопедиста без водительского удостоверения. Всего же с начала года на водителей мототранспорта составлен 861 административный материал, из них 16 – за управление в состоянии алкогольного опьянения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.